Внешний электробус КАМАЗ совсем не отличается от обычного автобуса. Лишь по наклейкам и логотипам на кузове можно понять – это электрический вид транспорта, за которым возможно будущее. Внутри также не найти существенных отличий. Управлять такой машиной для водителя не представляет особого труда. Ну, не слышно работы двигателя и как бы все остальное, в принципе, обычный автобус, как и все автобусы. То есть принципиальной разницы нет, тот же самый руль. Те же самые органы управления. Главное отличие то, что электробус ездит не на топливе, а на электричестве. Экологический вид транспорта, никаких выхлопов в воздух. Работает такая машина от аккумуляторных батарей. Они рассчитаны на 10 лет. Пассажиры уже полюбили новый вид транспорта. Люди пока все бегут, ждут некоторые, чтобы прокатиться на электробусе. Сейчас, чтобы электробус полностью зарядился, необходимо несколько часов. Но когда на конечных пунктах установят станции ультрабыстрой зарядки, этот процесс займет не более 20 минут. Правда, такие стойки должны еще пройти тестирование. 5 часов заряжаешь, в принципе, можно проехать 100 километров. Но есть пробки, трафик у нас такой, то что мы рассчитываем на маршруте, чтобы проехать 70 километров и хотя бы было 10-15%, 20%, чтобы можно было доехать до ПТП, до места зарядки. Планировалось, что компания «Мострансавто» будет проводить тестирование электробуса до середины июля. Однако сейчас этот срок хотят увеличить. Мы хотим поговорить с производителями, чтобы они оставили нам можно подольше. Потому что все-таки тестирование в течение одного месяца в условиях пассажирского предприятия – это недостаточный срок. Тем не менее, за этот период мы должны определить основные плюсы и минусы этого автобуса. Пока основные минусы – это отсутствие кондиционера, дальность хода, ну и стоимость. Она в два раза больше обычного автобуса. Машины испытают на предмет отказов, сходов с линии, надежности агрегатов и многого другого. Естественно, автобус будет работать под нагрузкой с пассажирами, и это даст дополнительный эффект. Помимо этого, мы должны посмотреть для себя, как для предприятия, какие дополнительные расходы или их отсутствие возникнет в ходе эксплуатации. Но по предварительным расчетам мы считаем, что в два раза эксплуатация будет дешевле, чем у обычного дизельного автобуса. В настоящее время электробус проходит испытания по 818 маршруту Славянский бульвар – Сколково. В день он выполняет 2 утренних и 2 вечерних рейса. Анна Макарова, Евгений Муравлев, телекомпания «Одинцова».